холодца нам необходима 1 средняя грудка, морковь и лук. Все это мы провариваем и в воду добавляем горошком перчик и лавровый лист. Закрываем крышечкой и ждем полного приготовления. Достаем сваренную грудку. И овощи. Морковь у нас пойдет для дальнейшего приготовления, а вот лук можно выкинуть. В бульон добавляем чесночок и готовим желатин. В бульон насыпаем пару столовых ложечек и ждем полное набухание. Грудку режем кубиками. И также морковь. Берем стаканы. У меня 3 штучки достаточно. Первым слоем идет курочка, вторым морковь, горошек и укропчик. И вот такое яркое у нас получается блюдо. Добавляем набухший желатин в бульон. Все перемешиваем. Добавляем щепоточку соли и перца. И заливаем бульоном. Отправляем наши стаканы на ночь для полного застывания в холодильник. Наш бульон застыл, и теперь нам надо его вынуть из стакана. Берем нож и вот таким способом, как на видео, просовываем нож до самого дна, чтобы пустить воздух. Этот способ нам поможет вынуть наш холодец аккуратно. Не повредить его. Вот и готов, друзья, наш порционный холодец. Приятного вам аппетита! Не забывайте ставить лайки и подписываться. Это очень помогает моему каналу.